Всем привет! Продолжаем исследовать колобот. Итак, сегодня в планах в этом видео пройти вот эти два упражнения. Золотоискатель — это искать полезные ископаемые. И программу для бота так, чтобы он мог транспортировать урановую руду. Хорошо. Итак, а что он закрыт? Закрыли его, чтобы не выехал. А он, кстати, стрелять может. Давайте проверим. Давайте нашему боту напишем функцию, скажем, стрелять. Неверный бот. Бу-бу-бу. Жалко. Ладно, что нам надо сделать? Обыщите всю территорию между барьерами, используя проверочного бота в поисках подходящего места для постройки Деррика. Чё за Деррик? Так, это колесный высоборудование. А, для изучения геологических. Хорошо. Лучший способ достичь этого — вложить два цикла фор один в другой. Ладно. Не, понятно, что надо, что это два цикла. Ладно. Так, это у нас поле, да? 5 на 6. Значит, y равно 0 меньше. Давайте сразу и напишем. 2 вложить цикла, for один в другой, каждый цикл в каждом цикле. Так, int y равно 0. Пока y меньше 6, y равно y плюс 1. Вот так. И теперь по x такая же. А по x у нас уже тут 5. x. Дальше. Наиболее эффективно будет проверять каждые 5 метров. Хорошо. Так, зондирование почвы, перейти на 5 метров вперед. Ага. Эта программа хорошо работает только в начале. После первой линии бот поворачивает точно налево и следует второй линии. Но после второй линии он должен свернуть вправо. Вы заметите, что если учетное, а y четное, нужно было в кавычки это взять, одинарное, бот должен повернуть налево, а если нечетное, бот должен повернуть направо. Выражение y делим на 2 остаток возвращает остаток от деления. Например, если y разделить на 3, выражение возвращает единичку. Короче, проверьте if может следовать за чё, если проверить, ну это понятно. Так, теперь мы сами должны закончить программу. А как этот, блин, чтобы простукать почву? Ой, тут уже мало подсказок. Ладно, нам давайте вот это сделаем. Простучим почву. Сниф. Проверяет землю перед проверяющим. Ага, и, короче, возвращает объект. Так. Красный крест, желтый круг, зеленый крест. А, это он создает объекты, я понял. И, ага, значит, есть... Хорошо, короче. Так, нам надо простукать, как говорят, почву и перейти на 5 метров вперед. Окей, сниф. Тут нам надо... Правильно, тут же, ну да. Sniff и move 5. Теперь зондирование почвы. Опять простучать почву. Четверть оборота влево. Пройти на 5 метров вперед. Четверть оборота вправо. И чё? Ну, это мы вот здесь проехали. Налево повернули.
Проехали 5 метров и опять проехали. А, это нам налево-налево надо два раза. Потом едем-едем направо-направо. Ага. Окей, значит... А зачем этот, блин, простукивать почву? Ну давайте. Sniff. И если y делим на 2, узнаем, четное это число или нечетное. Так. Так, равно нулю. Равно нулю, то. То что из этого... Так, все тут... Все закрыты. То вот он отсюда едет. Значит, нам надо налево повернуть. Хорошо. Тёрн. А лево у нас вроде 90. Так. Элза там же тоже было, правильно? Правильно. Иначе тюрн минус 90. Так. Это мы едем, едем, едем. Повернули налево. Потом надо проехать 5 метров и опять повернуть налево. Хорошо. Блин, давайте сделаем по-другому. Давайте я заведу вот такую переменную. Int какой-то флаг равно 1. Равно 1. Вот так вот. И вот здесь, если y делим на 2, то f равно 1, а вот здесь некий флаг f равно минус 1. Вот так вот. Потому что эти проверки надо два раза делать. Дальше, а вот здесь, да, мы делаем, что мы turn 90 умножить на f. Дальше move 5 метров и опять turn 90 умножить на f. Так, давайте сохраним. Сохраним 3,6. 3,6,7. Вот так. Вот так. Окей. По идее, все, да? Где тип не задан? Что ты несешь? Так, запускаю. Простучал почву. Блин, он долго стучит эту почву. Я, наверное, запись приостановлю, бо это сейчас пока дождем. Ну ладно, давайте посмотрим. Дождемся, чтобы он доехал до конца, развернулся и поехал в обратную сторону. Вот, а потом можно будет приостановить. Найдено место для буровой вышки. О, красавчик. Так, нам сейчас... Вот сейчас он должен простучал почву. Хорошо. Ну, так написано, простучите. Повернулся, проехал. Повернулся, простучал. Ну, ладно, сейчас чуть-чуть запись приостановлю. Так, вот он доехал сюда. Сейчас ему надо повернуть направо. И еще раз направо. Да, все нормально. Ну, тогда запись я останавливаю, пока он все не проедет. Блин, написала, что миссия выполнена. Кстати, там можно было еще улучшить, убрать эти if и сразу проинициализировать и этот f единичкой, а потом в конце умножать на минус 1. Правильно, ну, типа того, да. Ладно. Так, дистанционное управление. Написать программу для бота так, чтобы он мог транспортировать урановую руду, используя пост обмена информацией как пульт дистанционного управления. Легко. Ого. У нас тут два бота. Что это такое? Урановая руда. Это сборщик. А это у нас искатель. У нас новая иконочка. Искать.
Ну и чё? Я так понимаю, это он уже запрограммирован искать. А это чё? Удалить? А кого программировать-то надо? Сборщика колесного. Ладно, нажмем F1. Эй, F1. Так, написать программу для бота так, чтобы он мог транспортировать урановую руду, используя пост обмена информацией, как пульт дистанционного управления. Что потребуется? Снифер не может ничего нести. Пост обмена информацией для приема и передачи информации. Сборщик, которым вы не сможете управлять вручную. Окей. Так, пост обмена информацией хранит данные в виде name value, имя значения, только парами. Для управления ботом нам потребуется только одна такая пара. Name. Order value, order number. Ага, я понял. Через пост управления информацией мы можем управлять как бы другими этими, как их там, ботами. Так, робот понимает следующие команды вместо значения order number. Ага. Единичка. Взять объект. Один. Положить. Move. Двигаться на 10 метров вперед. Move минус 10. Двигаться на 10 метров назад. Для того, чтобы бот двигался вперед на 10 метров, ему нужно подать инструкции. Send. Дальше. Order. Приказ типа, да, 3. Move. Это будет move 10. А что такое 100? Что такое 100? Power? А что такое power? Наверное, дальность. Ладно, после отправки инструкции ждем 5 секунд, чтобы убедиться, что программа работает. Так. Существует более лучший способ для выполнения данной миссии, но мы увидим его позже. Управление, дистанционное управление. Знак вопроса 2. Для завершения упражнения вы должны взять урановую руду, продвинуться вперед на 10 метров, положить урановую руду, отъехать назад на 10 метров. Круто. Снифер, блин, снифер, колесный снифер. Да, с переводом чем дальше, тем интересней. Блин, а мы им управлять можем? О, так я им управлять могу. Брынь, брынь, брынь. И чё? Искать. Что надо сделать-то? Я понял, я приехал к этому, к посту. Дальше. Ладно, давайте я сделаю 3. Что такое 3? 3 это move. Не, давайте я ему отправлю команду send order 1 grab. 3 100. Что такое 100? Это, наверное, расстояние. Order. А как управлять несколькими? Так, ладно, вопросы в сторону. Пишем send order. Так, взять это один, да, order 1 100. Так. Ну, давайте попробуем запустить. Опа, взял, красавчик. Где тут? Блин, а как тут обнулить результат? Ладно. Я же ведь только проверял. Хорошо, что нам надо? Нам надо взять, продвинуться вперед на 10 метров, положить урановую руду и отъехать. Хорошо, давайте сразу. Так, вперед. Ордер сразу ему 3 поставим. Потом положить рудановую send. А, wait, надо 5 минут, 5 секунд. Wait. 5. Дальше send положить. Где тут положить? 2. Order. 2. 100. Wait.
5 и отъехать. А отъехать это у нас 4. Order 4, да? Order. Блин, не то пишу. Send. Так, и положить этот... А, отъехать. 4. 100. Что будет, если не 101? Наверное, просто не добьет. Дальности. Просто нету рядом... как это нету рядом? Он же рядом. Ладно. А, это, наверное, расстояние, которое, ну, в радиусе, да, там 100 метров, он пытается передать всем постам информацию или что. Я думаю, мы это узнаем. Так, запускаем программу. Давай, едь, красавчик. 5 секунд ждем, потом дроп, красавчик. И отъедь, красавчик. Отлично, миссия выполнена. Окей. Ну да, уже посложнее идет. Уже надо даже думать. Хорошо, так, основы мы прошли. И в следующем видео попробуем выполнить 2 или 3 задания. Так. Так. Ну, думаю, на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем и все такое. Всем пока.